на конкурс «Дети читают стихи» Бикмухаметова Эмилия, 4 года, город Ишимбай. Стихотворение «Мой Мишка», автор Зинаида Александрова. Я рубашку шью Мишке, я сожгу ему танишки. Надо к ним карман пришить и платочек положить. На плите сварилась каша, где большая ложка ножа. Я тебе перед едой лапу вымою водой, повяжу тебе салфетку. Ешь конфетку, ешь конфетку. Молоко свое допей и пойдем гулять скорей. Это куры, это утки, чумный шарик возле будки. Мы его не позовем, убежим гулять вдвоем. Пьет козленок из корыта, на тебя глядит сердито. Ты не бойся, это гусь, я сама его боюсь. Мы получим к дощечке, побежим купаться к речке. Будем плавать, загорать, наши трусики стирать. Мишка топал, баловался, их тимотик зашатался. По воде идут круги, шарик, шарик, помоги. Мишка мокрый, будто губка, тонет душная шубка. Шарик убежал вперед, нам от мамы попадет.